Организаторы акции «Мострансавто» и Главное управление ГИБДД по Московской области. Это яркое мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Начался учебный Новый год, и все дети пошли в школу. И сейчас проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В рамках этого мероприятия инспекторы ГИБДД проходят все школы, проводят беседы профилактические. Также в детских садах проводятся беседы профилактические. Такие вот интересные акции придумали сотрудники госавтоинспекции и Мострансавто. Прежде чем пригласить первоклассников пройти в красочный автобус с изображениями любимых героев мультсериала «Щенячий патруль», аниматор выполнил с ребятами несколько игровых заданий по сюжету. После чего всех пригласили на борт специального транспорта. И там инспекторы ГИБДД провели с детьми интерактивные занятия на тему дорожной безопасности. Наша основная задача, конечно же, ознакомить детей с правилами дорожного движения, с соблюдением элементарных норм поведения во дворах, на улицах, при переходе проезжей части. Встреча проходила в режиме вопрос-ответ. Вот. Детишкам, конечно, было интересно поучаствовать и для себя почерпнуть что-то новое. Школьники изучили основы безопасного поведения на дорогах, разобрали с сотрудниками госавтоинспекции наиболее распространенные дорожные ловушки и повторили правила ношения световозвращателей. Ребятам предложили поучаствовать в увлекательной викторине. Вопросы касались дорожных знаков и элементов улично-дорожной сети. Детишки оказались очень подкованными и давали правильные ответы. А за свои хорошие знания получили сладкий подарок и флажки с памятками по правилам дорожного движения от партнеров акции. Я думаю, что чем вести нравоучительные беседы долгие, занудные в классе, вот такое мероприятие яркое, запоминающееся, принесет больше пользы, потому что в игровой форме, в непосредственном общении дети узнают правила дорожного движения гораздо лучше и запомнят их надолго. Нестандартная форма проведения занятия понравилась всем без исключения. Что ты запомнила для себя? Что на красный цвет нельзя переходить пешеходом, а на зеленый можно. Этот урок очень полезный и хороший. Мы много чего узнали о дороге. О правилах, наверное, да? Да. О правилах дорожного движения. А ты нам что нового узнал сегодня для себя? Я узнал, что этот урок очень увлекательный, и мне понравился еще офицер. Надо всегда переходить спереди машины, а не сзади. Я раньше не знал, что когда зеленый свет горит у пешеходов, все равно нужно посмотреть по сторонам. Вам понравился сегодняшний урок? Да! Изучать основы ПДД в интерактивной форме, как оказалось, занятие не только полезное, но и очень веселое. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Еще разок.